4 девятки в серийном номере банкноты 2000 тенге, который лежит на байковой поверхности 5 декабря. Причем 3 девятки в самом центре серийного номера расположились слитно. А первая девятка, она в самом начале серийного номера и образует с шестеркой и второй девяткой зеркальную цифру 696. Поэтому банкнота достаточно такая серьезная. Параметр девятки, да? Девятка — это число духовности. Этот параметр духовности, энергетика духовности у этой банкноты усиливается более чем 4 раза. 4,2 раза точно. Почему? Потому что первая девятка и вторая девятка, они участвуют в зеркальной цифре 969. За счет этого это происходит.